Музей Чебоксар оживут после заката почти как в известной комедии. В субботу 16 мая по всему миру пройдет акция «Ночь музеев». Горожан и гостей столицы ждет насыщенная программа с 18 до 22 часов. Главная тема этой акции приурочена к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Мы за Родину пали, но она спасена. В Чувашском национальном музее можно будет принять участие в квесте «Идем в разведку», посмотреть фильмы о войне и попробовать солдатскую кашу. Клуб исторической реконструкции «Русский егерь» развернет настоящее боевое действо. В Музее истории трактора научное представление устроит профессор Николя, а также горожане смогут прокатиться на тележке трактора. Свои двери откроет и Центр противопожарной пропаганды. Здесь посетители познакомятся с экспозициями современного противопожарного оборудования и эвакуации людей во время пожара.